Так, вот от этих приблуд крышечки получается. Ну как поклею даже уже заметно, где чьи. Вот получается вот эти вот от двух якобы старых год назад купленных. Вот видно клея на них как сюда нафигачено достаточно. Тут написано что-то 67. Больше ничего нету. Ну вот такие надписи там было приклеено кое-что, поэтому их не осталось. Здесь 62. Тут вот 3 чего-то написано. Ну опять же видно, что клея достаточно. А вот эти вот крышечки, ну вот видно, да, клея. Так вот. Вот здесь вот. Здесь вот. Ну, как в принципе на микросхемах осталось. Здесь вот и здесь вот. Больше нету. Но здесь сделаны вот такие якобы защелки. Эти покупались в этом году. Вот. Ну, может, японцы пошли вперед, сделали защелки, не хватило на хороший этот, как его там, клей на микросхемы, либо на припойки. Какие-то тут вот пятерка цифра, четверка. А здесь вот что, тоже пятерка. Ну и вот тут еще ребрышки у нее появились. У той старых такого не было. Но тут была наклеена плата, поэтому. Ну, по-другому чуть все-таки звучит. Более какой-то тонкий, да? Может, экономия, вот и доэкономились, так сказать. Кто его знает? Либо мне так повезло. Он платку подключал, делал замеры, чего там, как там. Это старый, поэтому не жалко. Так, уже на один болт, туда попало, прикрутил. Так, чтобы померить, что приходит, что выходит и так далее.